Timebound – приложение для путешествий во времени. Привет! Меня зовут Дмитрий Голубовский, и это мой телефон. Похож на обычный смартфон. И все же этот телефон особенный. Что если его можно использовать для путешествий во времени? Отправиться на много лет назад и стать свидетелем далеких исторических событий. Мы, команда Timebound, пытаемся создать из него рабочую машину времени. И из ваших телефонов тоже. Timebound – это приложение для путешествий во времени. С его помощью важнейшие исторические события могут стать частью вашей жизни. Вторая мировая, Чернобыльская катастрофа, высадка на Луну, единственный рейс Титаника. Все это мы проходили в школе. Но знаем ли мы, как все было на самом деле? Для понимания этого нам не хватает личного опыта. Timebound позволяет вам отправиться в любимую историческую эпоху. Вы сможете следить за историческими событиями в режиме реального времени. Выбрав события, вы будете получать уведомления о каждом повороте в его сюжете. Вы будете жить в нем час за часом. И если вы выберете Вторую мировую, вы проживете в ней 6 лет, получая всю важную информацию ровно в тот час, когда это произошло. Вы всегда сможете вернуться к началу события, освежить в памяти важные даты, изучить исторические фотографии и карты. Чтобы сделать это возможным, мы собрали команду исследователей, дизайнеров и разработчиков, имеющих опыт работы в средствах массовой информации и академической науки. Сейчас мы работаем над первыми 25 событиями. Они длятся от нескольких дней до нескольких лет. 300 спартанцев, охота на Джека-потрошителя. Мы даже думаем о Столетней войне, чтобы вам было что завещать детям и внукам. В любом случае, это только начало. После окончания кампании запуска Timebound мы будем добавлять по одному событию каждую неделю. Но нам нужна ваша помощь. Собранные деньги пойдут на исследование событий и превращение их в захватывающие рассказы. Мы хотим сделать лучшее историческое приложение в истории. И мы верим, что путешествия во времени возможны. В особенности, когда вы помогаете нам на Кикстартере. Спасибо. Timebound. Приложение доступно на русском и английском языках. Подписывайтесь на канал Geek to the Future, оставляйте комментарии и ставьте лайки. Хотите больше обзоров? Поддержите наш канал. Реквизиты в описании к этому видео. Ну и, конечно, не забывайте, что будущее в наших руках. Еще больше интересных новостей и видео в наших группах в соцсетях. Подпишись сейчас.